Молодежь греческого города Мати направила послание в солидарности и надежды жителям Калифорнии, переживающим самые разрушительные в истории штата природные пожары. 4 месяца назад в Мати также бушевала огненная стихия, и память об этом здесь свежа. Калли выросла и живет в Мати, но родилась она в Калифорнии. Мои родственники со стороны отца все еще живут там, в Сан-Диего. Мы поддерживаем связь и беспокоимся о том, что им придется пройти через те же трудности, что и нам. Мы знаем, насколько все это сложно. Пережить разочарование, горе, страх. Знаем эти чувства, когда остаешься без дома. Выходишь на улицу, а там все изменилось, когда теряешь близких тебе людей. Природа Мати возрождается буквально из пепла. Как всегда, в это время года здесь расцвели цикламены, и это не может не радовать, но есть и повод для огорчений. Молодежь говорит о том, что им много чего было обещано, но слова расходятся с делом. Мы чувствуем, что от нас отказались все хозяйственные службы района, поэтому возникла необходимость все организовывать самим и хоть что-то делать, самую малость, говорит Афродита. Психологически очень неприятно и трудно просыпаться и идти через эти выжженные огнем места. Но мы здесь, и мы сделаем наш район лучше, чем он был. Мы полны энергии, и полученный нами опыт нас многому научил. Планов у этих ребят множество, но прежде всего они хотят помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Жизнь в греческом Мати продолжается на фоне восстановительных работ, которые продвигаются достаточно медленно. Молодежь мечтает о том, чтобы их родной город полностью возродился. Заново отстроить пострадавшие от пожаров дома жители Мати желают и калифорнийцам.